Приветствую вас, и первое, что мне хотелось бы сказать, это обозначить проблему, почему у вас все сейчас стало плохо. Вы сказали, что у вас была безумная любовь, и все эти проблемы были с вами и тогда, но обратно любовь как бы там все затмевала. На самом деле, ситуация заключается в том, что ваши отношения имели жизнеспособность тогда, когда мужчина вас добивался, когда нужно было вас завоевывать, нужно было что-то делать именно вот в этом плане. А когда ситуация сложилась так, что вы начали уже жить вместе, появился быт, вы оказались к нему не готовы. Почему? Потому что между вами не было никаких дружеских отношений. Вы изначально вот принимали друг друга в узком смысле мужчины и женщины. То есть вы друг для друга исключительно мужчины и женщины. И все. Не более того, не более того. Именно по этой причине вы постоянно ссоритесь, ругаетесь, говорите друг другу гадости и прочее, прочее, прочее. Да, у вас зависимость друг от друга, любовная зависимость и решение вашей проблемы можно разбить на два возможных варианта. Первый вариант — это, собственно говоря, совместный вывод о том, что вам нужно расстаться хотя бы на время. Для себя обозначить эти сроки расставания, скажем, 2-3 месяца, может быть, да? И после этих сроков общаться друг с другом как друзья. То есть, целенаправленно не обсуждать ничего связанного с вашими отношениями, не встречаться как мужчина и женщина, то есть никаких там целуев, никаких интимных отношений, да? Ничего. И он, и вы имеете полное право встречаться с другими, соответственно, женщинами и мужчинами. И таким образом вы разовьете у себя по отношению друг к другу те самые компоненты, которых вам не хватает. Это дружеские, партнерские отношения, которые необходимы для выстраивание полноправных, долгосрочных, прочных отношений. Второй вариант более глубокий, более глубинный, сложный, но тем не менее, наверное, в рамках вашего вопроса, как оставить друг другу в покое, наверное, более подходящий. Поскольку у вас зависимость друг от друга, но нужно понимать, что и он, и вы реализуете друг другом определенные потребности. Он не отпускает вас, потому что добился. Он добился, вы его достижения. Если он вас отпустит, будет ситуация, что он как бы это достижение потеряет. И, соответственно, им двигает, скажем так, гордость, самооценка, да, самолюбие, отчасти. То есть есть свои потребности. У вас тоже есть какие-то потребности, которые вы реализуете рядом с ним. Возможно, восхищение, что мужчина вас завоевал. Возможно, что-то еще. Возможно, отсутствие привычки быть одной. Возможно, какие-то страхи есть у вас, которые вы пытаетесь заглушить отношением с этим молодым человеком. Что бы это ни было, чем бы это ни являлось, нужно все-таки эти моменты проработать, чтобы отделить мотивы, вот мотивы, по которым лично вам эти отношения нужны. Значит, мотивы ваши личные, то есть именно желание делать его счастливым, желание что-то для него совершать,
стараться для него, да, это то, что вот непосредственно вы делаете как партнер в отношениях. И желание ваше в большей степени человеческое, ну, для простоты, скажем так. То есть те потребности, которые есть у вас, и которые вы реализуете, точнее, привыкли реализовывать с ним. Эти потребности в данном случае у вас неправильно предмечиваются, неправильно осуществляются, именно в силу того, что вы привыкли их осуществлять подобным образом. Если этого делать вы не будете, если вы не будете осуществлять их подобным образом, а будете целенаправленно менять свою позицию, менять способы осуществления своих потребностей как бы в обход отношений с мужчиной, то вам будет гораздо проще без него обходиться, потому что свои потребности вы реализовывать будете, а потребностей личных у вас уже как таковых нет. Вот в таких направлениях вам можно двигаться. А, соответственно, для, конечно, более конкретной, более продуктивной работы необходима консультация со специалистом. Для этого вам нужно выбрать понравившегося на нашем ресурсе хотя бы и начать с ним работать. Потому что понятно, что от зависимости, вот за один такой ответ вы не избавитесь. То есть тут нужна работа. И работа, наверное, достаточно длительная. В разных направлениях. Собственно говоря, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте лучшим. Буду благодарен.